Доброе утро. Оглянуться мы не успели, а к концу уже подходит третья неделя лета. Пускай оно в Югре не особо теплое, но тем не менее югорчан интересуют сезонные новости. Одной из самых обсуждаемых тем на этой неделе в социальных сетях стали пляжи. Их в Югре будет 15. 7 из них откроют в Нижневартовске и Нижневартовском районе, 3 в Кандинском, 2 в Советском районах и по одному в Белоярском, Лангепасе и Радужном. Кстати, 7 из них уже проверили и разрешили к эксплуатации. Следите за тем, где можно купаться, чтобы избежать неприятностей. А теперь плавно, как по волнам, перейдем к видеоподборке для вас. Сила рук, равновесие, острота зрения и, считай, сэкономил на оборудовании для безопасного сброса мусора. Интересно, а с плитой бетонной также поступят? Очень зрелищно и страшно. Я думаю, браво. Просто в паровозе. Это флип-трейн. У нас сегодня пенопласт с неба сыпется. Июнь на дворе. А может, снега добавим в эти скучные летние будни, а? Ничего не предвещает беды, а тут оп, и нерегулируемый участник движения. Вроде на разгоне всегда проходит, но нет, не с югорской грязью. Пусть бегут неуклюжие пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. Летние дожди Ханты-Мансийска всегда так превращают улицы города в каналы. На гармошке у прохожих на виду, и напоследок фото. Это абсолютная мера ограничения старых пешеходных переходов. Не обойти, не объехать. Ждем ваших летних видео и желательно побольше. Все посмотрим. А пока желаю вам прекрасных выходных и побольше солнца.